Бхагаватюттама шлоке. Бхактир бхавати найштики. Итак, дорогие преданные, всем доброе утро. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песень. 4 глава, 22, которая называется «Встреча Махараджи Притху с кумарами» и стих номер 54. Виджиташвам дхумра кешам. Виджиташвам дхумра кешам. Харьякшам дравинам врикам. Харьякшам дравинам врикам. Сарвешам локапаланам. Сарвешам локапаланам. Дадхарайках притхургунан. Дадхарайках притхургунан. Виджиташвам дхумракешам. Харьякшам дравинам врикам. Сарвешам локапаланам. Дадхарайках притхургунан. Матуша, пожалуйста. Спасибо. Значение слов. Виджиташвам. По имени Виджиташва. Тхумракешам. По имени Тхумракеша. Харьякшам. По имени Харьякша. Дравинам. По имени Дравина. Врикам. По имени Врика. Сарвешам. Всех. Локапаланам. Верховных правителей всех планет. Дадхара. Принял. Экаха. Один. Притхух. Притху Махараджа. Гунан. Все качества. Перевод и комментарии о Божественной милости Абхачара Наравинда Бхактивиданта с вами Шри Прупада, Шри Прупада Кинь. Зачав пятерых сыновей, Виджиташу, Тумракешу, Харьякшу, Дравину и Врику, Притху Махараджа продолжал править этой планетой. Он был наделен всеми качествами полубогов, управляющих другими планетами Вселенной.
И комментарий еще Прабхупады: каждой планеты правит какой-нибудь полубог. Из Бхагавад-гиты ясно, что на Солнце правит полубог по имени Вивасван. Точно так же Луной и другими планетами всегда Вселенной управляют свои полубоги. На самом деле полубоги, управляющие всеми остальными планетами, являются потомками либо Бога Солнца, либо Бога Луны. Здесь, на Земле, тоже правили две династии кшатриев, одна из которых была основана Богом Солнца, а другая – Богом Луны. Первая называется Сурья Вамши, а вторая – Чандра Вамши. В те времена, когда Земля находилась под властью одного императора, вассальные цари обычно принадлежали к Чандра Вамши, а император принадлежал к династии Сурьи, или Сурья Вамши. Что касается Махараджи Притху, то он был таким могущественным, что обладал всеми качествами полубогов, правивших на других планетах Вселенной. Не так давно живущие на Земле люди предприняли попытку слетать на Луну, но им не удалось там никого обнаружить, не говоря уже о том, чтобы встретиться с Богом Луны. Однако в разных физических произведениях говорится о том, что Луна густо заселена, а ее обитатели находятся на очень высоком уровне развития, так что их относят к числу полубогов. Поэтому вся эта история с путешествием современных ученых на Луну представляется нам весьма сомнительной. Это настоящий еще пропада. Ну, еще раз стих. Виджиташам дхумра кешам харьякшам дравинам рикам сарвешам локапаланам дадхарайка притхургунан. Зачав пятерых сыновей Виджиташму, дхумра кешу, харьякшу, дравину и врику, Притху Махараджа продолжал править этой вселенной. Он был наделен всеми качествами полубогов, управляющих другими планетами Вселенной. Омгена Тимиранхася Гьянанджана Шалакая Чакшуру Миритам Гена Тасмай Ши Гураве Намаха Шри Чайтанья Мано Виштам Стапитам Гена Бутале Своям Рупа Када Махьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпатару Пища Крипа Синдху Бьяхевача Патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Гам короче вачалам, под гом лагатерим, яд крипатам хаманде. Итак, это вроде бы обычный стих из Шримад-Бхагаватам, правда? То есть, ну, был царь Махараджа Притху, родилось у него пятеро сыновей, и в нем проявлялись все качества полубогов. И удивительный такой нестандартный комментарий Шри Прабхупады, в котором говорится о том, что на Луну не летали. И как это понимать? Я первый раз, когда этот стих увидел, я думал, что я про него буду говорить вообще, ну что там можно сказать? Ну все понятно же, правда, да? Но вот это вот, это само понимание того, что Шримад-Бхагаватам — это книга, которая способна дать нам знание о устройстве этой Вселенной, она способна дать нам полное понимание того, как мы, находясь здесь, в этом материальном мире, можем заниматься практикой чистого преданного служения и, в конце концов, как мы можем достичь высшего совершенства. Это очень важный принцип. И здесь вот в частности говорится о том, что он был Сарвешам Локапаланам, да, он, в нем проявились все полубоги. И очень интересно о том, что... Сейчас, точно, где это у нас?
Шримад Бхагаватам ранее, в 16 главе, сейчас я даже прочитаю стих, чтобы не быть голословным. 16 глава, 5 стих. Когда мы поняли о том, как Махараджа Притха еще только-только-только родился, он еще только-только, вот еще ничего не сделал. И уже разные ванди, суты, мадаки, вот это вот разные барды такие, да, вот во времена Господа, во времена Господа Кришны, в ведические времена там были такие люди, которые поставляли всегда, вот они какие-то молитвы читали, вот они были такие придворные певцы, барды, да. И вот они представляли Верховного Господа. И также они, как только родился Притху Махарадж, они начали также его представлять. И смотрите санскрит. Эшавай лока паланам бипхарть экас танау тануху. Кали кали ятха бхагам лока йор убхайор хитам. Придет время, когда царь, оставаясь в своем теле, проявит себя воплощением различных полубогов лока паланам и будет сам обеспечивать живые существа всем необходимым для счастья, в совершенстве исполняя обязанности этих полубогов. Заботясь о благополучии обитателей высших планет, он верит всем преданным совершать ведические жертвоприношения. В свой срок он также позаботится о жителях земли, орошая поля обильными дождями. Итак, это, смотрите, самое-самое начало, 16 глава. Только-только-только мы начинаем читать о Притху Махарадже. Он только родился, он еще ничего не сделал. И уже вот эти великие мудрецы, они предсказывают его удивительные качества. И запомните, пожалуйста, вот это важный момент. Мы в этом еще вернемся в конце лекции. Я надеюсь, если Кришна, Господь Джаганатха и все Вайшнавы позволят. Да. Мы должны понимать, что вот эти ведические предсказания, слова святых людей, они имеют огромнейшее могущество, и они всегда сбываются. Итак, как это понимать, то, что один Притху Махарадж, в нем проявлялись качества всех великих полубогов? И объяснение тому будет приводиться в следующих стихах вот этой главы. Мы читаем сейчас 54 стих, потом 56, 57, 58, 59. Там конкретно будет описание того, как какой полубог проявился в его теле, конкретно вот как, что он проявился. И в читании Чаритамрити, там Матхья Лила, 21 глава, 58 стих, Шипрупада в комментарии приводит список главных локопал или главных управляющих полубогов. Мы понимаем то, что наша Вселенная, она устроена очень сложным образом. Это один единый живой организм. И когда мы пытаемся каким-то образом воздействовать на эту Вселенную, управлять ею, как мы часто у нас как такой девиз вот еще в советские времена был, то что человек — это венец природы, и соответственно он должен всем управлять, должен все контролировать, реки вспять там и так далее. То есть много таких разных вещей происходило, которые в конце концов только все разрушили. Но ничего хорошего от этого не произошло, потому что люди, они вмешиваются во вселенскую гармонию. Знание в гуне благости – это то знание, которое объединяет живые существа, которое помогает им увидеть более широкую картину всего. Знание в гуне страсти и невежества – это когда человек видит только какую-то отдельную цель, которую он ставит перед собой, и не хочет ничего другого понимать. Мне плохо, поэтому я должен решить свои проблемы, не учитывая то, что это может привести к трудностям, проблемам для других живых существ. Да. Соответственно, мы, когда понимаем то, что Вселенная, она имеет один общий организм, то мы пытаемся действовать так, чтобы жить в гармонии этой Вселенной. И ведические писания, они как раз-таки, они дают нам понимание этой вселенской гармонии. И поэтому Шилпада в комментарии пишет о том, что люди, они не понимают того, что Вселенная, она густо населена, то, что есть разные планетные системы. И за каждой планетой есть девата, управляющий полубог, лока-пала. Лока значит планета, и пала значит защитник. И лока другое значение значит люди, живые существа. То есть те, кто защищает живых существ. Подобно тому, как мы живем в этом материальном мире, и есть разные силы, которые в этом мире действуют. Есть какие-то духовные силы, духовные живые существа, высшие живые существа, полубоги, да, дайвы, да, или деваты. И есть асуры, да, демонические живые существа. И обычно вот Земля, она является своего рода перекрестком Вселенной, карма-кшетра. То есть здесь происходят те события, которые решают судьбу всей этой Вселенной. И от того, как ведут здесь живые существа, от того, насколько они будут способны погрузиться в ягью, то есть насколько они будут способны совершать ягью, то тогда высшие живые существа, они получат силу, поддержку, питание, и тем самым они смогут защититься от каких бы то ни было демонических влияний. Влияний, которые проявляются в гунах страсти, невежества, да, это зависть, жадность, вожделение, гордость, это все демонические качества, которые Кришна описывает в 16 главе Бхагавадгиты, да, там глава так и называется, «Божественные демонические натуры». Поэтому, если мы хотим понять,
как воздействует эта вселенная, мы должны попытаться обрести гармонию со всеми живыми существами. Тогда, если мы будем совершать эту ягью, тогда вот это духовное влияние, оно будет преобладать даже сейчас, Кали-Югу, это возможно. Да? И поэтому здесь говорится «Сарвешам лока паланам». Царь был представителем всех полубогов. То есть практически через него, через его тело проявлялись все великие полубоги. Как мы говорили, что они могут помочь живым существам, они могут... Лока-пала, они защитники не только планет. Лока значит люди, они защитники людей, они помогают им. Они управляют всеми аспектами мироздания, которые здесь есть. Мы знаем то, что есть 33 миллиона полубогов, и каждый из них, он отвечает за какую-то функцию. Вот просто руку поднять, это полубог включается. Как знаете, как вот, например, строители, там есть майна, вира, да, поднять, опустить. То же самое здесь. Есть полубог, который отвечает за поднятие руки, есть полубог, который отвечает за то, чтобы мы могли пустить руку. И мы считаем это само собой разумеющимся. Но мы не понимаем того, что если мы, например, оскорбляем каких-то полубогов, скажем, бога огня, то у нас будут проблемы со зрением. Если бога Варуну, то там еще другие проблемы. И Аюрведа, она все это описывает. И в Ведах очень четко объясняется то, что люди должны находиться в этой вселенской гармонии. Должны понимать, как действует закон этого мира. Не нарушать закон этого мира. Как только мы начнем их как-то нарушать, начнутся проблемы. Засуха, землетрясения, трудности, отношения в семье, отношения в обществе, войны какие-то. Это все следствие того, что мы не понимаем эту вселенскую гармонию. И здесь вот говорится о том, что Сарвешам лока паланам, через Притху Махараджа проявлялись все полубоги. И дальше мы будем видеть о том, какие у него были удивительнейшие качества. Как он, скажем, просто может прочитать эти будущие стихи, чтобы вы могли это какой-то вкус получить, потому что дальше преданные не будут рассказывать это. Да. Махараджа Притху прославился так же, как Сома Раджа, повелитель Луны, и был таким же могущественным и требовательным, как Бог Солнца, который обеспечивает планеты Вселенной теплом и светом, и в то же время забирает у них всю воду. Это кшатри, это человек, который, представьте себе, он все, что надо, дает, когда надо, дает, когда есть какие-то проблемы, он вмешивается, он предлагает насилие. Он реально, вот это очень могущественный, сильный царь, который действительно, это сильная исполнительная власть, которая способна решить любые проблемы. Это 56 стих. В 57 стихе говорится: «Махараджа Притху был таким сильным и могущественным, что ослушаться его распоряжений было так же невозможно, как победить огонь. Сила его была столь велика, что его сравнивали с Индрой, небесным владыкой, обладающим неодолимой мощью. Вместе с тем, Махараджа Притху был терпелив, как земля, исполнял все желания своих подданных, как само небо». Махараджа Притху умел угодить всем подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. Глубиной помыслов он был подобен морю, а своей непреклонностью напоминал царя гор Меру. Разумом и ученостью Махараджа Притху не уступал Ямараджи, повелителю смерти. Он был богат, как гималайские горы, хранящие в своих недрах неисчерпаемые запасы драгоценных камней и металлов. Сокровища Махараджа Притху не уступали сокровищам Куверы, казначея Ражского царства, и разгадать его секреты было так же невозможно, как проникнуть в тайны полубога Варуны. По физической силе и силе, которые были наделены его органы чувств, Махараджа Притху мог сравниться только с незнающим преград ветром. А своей неукротимостью он не уступал всемогущему Рудре, экспансии Господа Шивы или Сада Шивы. Он был прекрасен, как Бог любви Кандарпа, и рассудителен, как Лев. Он был таким же любящим отцом, как Свабху Ману, и столь же великим правителем, как Господь Брама. В своей повседневной жизни Притху Махараджа был образцом добродетели. В духовных вопросах он разбирался ничуть не хуже Брихаспати, а по самообладанию не уступал самому Верховному Господу. Занимаясь преданным служением, он шел по стопам преданных Господа, который всегда заботится о коровах и служит своему духовному учителю и браманам. Он был необыкновенно скромен и безупречно вежлив, а занимаясь благотворительной деятельностью, трудился так, словно делал это для самого себя. Итак, представьте себе вот это вот качество Притху Махараджа. И это очень важные вещи. То есть вот мы хотим, чтобы наше общество оно стало гармоничным. Мы хотим, чтобы у нас, в нашем обществе ИСКОН, в нашем обществе сознания Кришны, преданные, они были счастливы. И очень важно, чтобы у нас были такие люди, как Притху Махарадж, через которых проявляется вот это могущество, вот это шакти Верховного Господа. Как в другом месте Шримад Бхагаватам, вот та же самая идея, она описывается в беседе между своим Хоуману и Кардава Муни. Когда они встретились между собой, то своим Хоуману, он прославляет качество царя. Он говорит, э,
Ты являешься олицетворением охранительной энергии Шри Хари. Это третья песня, 21 глава, 50 и 51 стихи. И дальше он говорит, то есть это Харирхи Шакти Палини, это охранительная энергия Верховного Господа. Это особая шакти, которая проявляется через царя, для того, чтобы он мог управлять своими подданными, чтобы он мог дать силу, чтобы он мог помочь им заниматься совместным чистым преданным служением. И дальше он говорит, смотрите, вот сейчас вот внимательно, вот так вот, просто попытайтесь соединить это с тем, что мы только что слышали. Потому что Шримад Бхагаватам — это уникальное произведение. Оно снова и снова оно транслирует, оно повторяет одну и ту же самую идею. То, что есть определенные качества, которые мы должны развить. И эти качества, они очень важны. Они помогут нам в нашем преданном служении. Он говорит, когда возникает необходимость, ты берешь на себя роль Бога Солнца, Бога Луны, Бога Огня, Повелителя Небес Индры, Бога Ветров Ваю, Бога Ямы, карающего грешников, покровителя религии Дхармы и повелителя вод Варуны. Я в Богом почтении склоняюсь перед тобой, ибо ты никто иной, как сам Господь Вишну. Представьте себе, какие сильные слова. Как это понять? Это что, царь, он является Богом? Это что, сам царь — это Верховный Господь? Как так это можно понять? И смотрите, очень интересно то, что все эти качества, все эти полубоги, качества полубогов проявлялись в теле Махараджи Притху благодаря могуществу его чистого преданного служения. Как Шримад Бхагаватам в пятой песне говорится, «Ясяси бхактири бхагавата кинчана старвар гунай статра сама сате сураха». То, что если у человека есть акинчана бхакти, чистое преданное служение, как только он начинает заниматься практикой чистой бхакти, то в его теле, в его сознании проявляются все качества полубогов. Буквально «Сарвай гунай статра сама сате». «Сама сате» — «сама ас». Глагол значит, они пребывают в его теле, они входят в его тело. Понимаете? То есть он практически становится вместилищем всех полубогов. Они проявляются в его теле. Не просто сами по себе полубоги, а все эти качества, которые они олицетворяют. Представьте себе, у вас в теле Господь Индра живет. Вау, там могущественный со своим ваджрой, молнией, который все сметает на своем пути. Нет такой силы, которая могла бы противодействовать ему. Или Ямарадж. Кто может против Ямараджа пойти? Никто. Или Дхарма, или так далее. То есть все эти полубоги, Варуна, Агни, это величайшие могущественнейшие силы Вселенной, которые проявляются в этом человеке. Это особая шакти, которая проходит через него. И более того, как мы здесь говорили, качество смирения, качество терпения, качество брихаспати, которые обладают огромнейшим знанием Священного Писания, это духовный учитель всех полубогов. То есть все, что необходимо для человека, он это проявляет всего. И благодаря чему? Благодаря тому, что он занимается практикой чисто преданного служения. И практика бхакти означает то, что мы помещаем в свое сердце Верховного Господа. Мы принимаем его в свою жизнь. И в Бхакти Расамрита Сингху там рассказывается о том, что там приводится этот стих «Сарвападхи Нирмуктам Паратвена Нирманам Хришикена Хришикеша Севанам Бхакти Ручите». То, что бхакти — это когда мы свои чувства, все, что у нас есть, занимаем в служении Кришне. Наши антахкарана, то есть наши внутренние чувства, ум, разум, ложное эго, саму нашу душу, наше сознание, наши грубые чувства, то есть кармендри, гьянендри, вот, время, пространство, направление, все, что есть, мы занимаем в практике чистого преданного служения. И благодаря этому Верховный Господь, Он проявляется, еще Прабхупада приводит пример того, что мы берем железный прут, и мы просто ложим его в огонь, и он раскаляется до красна, он приобретает качество огня. Если мы коснемся его, то мы обожгемся, если мы бумагу поднесем, она загорится. Вроде бы внешне это огонь, это какой-то кусок железа, но он приобрел все качества огня. Подобно этому и чистый преданный, который занимается практикой чистого преданного служения, в нем тоже проявляются все качества полубогов, качества Кришны. Кришна буквально входит в его сердце, он начинает пребывать. Кришна говорит «Садхаво хридаям махьям, садхунам хридаям твахам, маданьятте наджананти, нахам тепхиманагапи». То, что Кришна, он находится в сердце садху. Кришна говорит «Я всегда пребываю в сердце садху». И садху всегда пребывает в моем сердце. Матадьянте наджананти, я не знаю никого, кроме них. И нахам тепхи манагапи, они не знают никого, кроме меня. Это удивительные узы любви, которые связывают Кришну и его чистого преданного. И в Шримад Бхагаватам, в Четуршлоке, это вторая песня, 9 глава, 35 стихе, там рассказывается о том, что Кришна буквально и его чистые преданные, они достигают практически полного слияния, слияния сердец. Там говорится, что
Кришна находится в сердце чистого преданного, и более того, он проявляется в их грубых чувствах. Для них он дарует ему свой даршан, он проявляется через чувство слуха, осязания, обоняния, через одухотворенные чувства. Невозможно Кришну постичь с помощью «Атах Шри Кришна Намаде Намавет Грахьям Индрияях». Его невозможно постичь с помощью грубых материальных чувств. Но когда преданный, он одухотворяет свои чувства благодаря практике чистого преданного служения, Кришна входит в каждое из его чувств. И Матхура Рикадамбини, Вишнача Кватакура, он рассказывает, что происходит в этой ситуации, когда Кришна входит в чувство, в какое-то одно чувство. Представьте себе, мы тут говорим, что ну Кришна входит куда-то там, он там что-то проявляется, но если бы с нами это действительно произошло, это невероятнейшая вещь. Как он говорит, когда чистый преданный соприкасается, когда Кришна проявляется в грубом чувстве, в тонком точнее, одухотворенном чувстве слуха, то этот голос Кришны, он настолько прекрасный, как описывается Мекханта Гамбирая Гера, его голос, он подобен раскатам грома, очень такой мягкий, очень добрый, представьте себе, полное сострадание, любви, и когда преданный слышит этот голос Кришны, он просто падает в обморок, он не может вообще, и он какое-то время лежит вообще без сознания, полностью от счастья. Нет страдания, от счастья, потому что это счастье переполняет его сердце. Кришна входит в это чувство. И потом, когда мы лежим в обмороке, мы не можем прийти в себя Кришну, чтобы нас привести в себя, он проявляется через другое чувство. Он касается нас. Коснулся. И касание Кришны настолько мягкое, как говорится, что он, его кожа наподобна дереву тамал. Вот на листики такие, они очень мягкие, нежные. И вот Кришна касается нас, и это чувство касания, оно оживает. И за счет этого мы приходим в себя. Представьте себе, мы лежали без сознания, и тут мы возвращаемся к жизни. И мы, это счастье опять переполняет нас, и мы опять падаем в обморок от счастья. Потом Кришна опять через другое чувство. И так он через каждые пять чувств проявляется. В конце концов, он проявляется одновременно через все пять чувств. И это что-то невероятное. Вот ради этого стоит жить. Когда Кришна проявится одновременно через все пять чувств. И потом он уже никуда не уходит, и преданный постоянно купается буквально в этом океане нектара. И Кришна так и поступал со своими преданными. И Тидрик свалил Абхир, Ананда Кунде, Свагошем Нимаджантам, Акья Паянтам. Он топил буквально жителей Вриндавана в Ананда Кунде, в озере блаженства. Он то так покажется, то так, то коснется, то поговорит с ними, то еще что-то. Он буквально просто он не отпускал их. Знаете, как он такой вообще, Кришна, он кого хочешь охмурит. Он с ними так вел себя, что они не могли просто оторваться от него. Они буквально были полностью по уши влюблены в него. Они не могли, они просто коровы, когда они, им пастись даже не надо было. Они вот паслись, и они, земля, трава Вриндавана, она настолько сочная, что они немножко пощипали ее, и сразу чувствуют огромное ударение. И поэтому они просто стояли вокруг Кришны и смотрели на него так вот, и не могли оторвать от него взгляда. Мальчики-пастушки, они настолько были к Кришне привязаны, что когда Кришна его заслонял, вот как здесь у нас есть колонна, да, и, например, кто за колонной, если кто-то сидит, то я не вижу его. Может, там кто-то сидит, а может, и не сидит, я не вижу. И потом на этом, когда Кришна, он по лесу Вриндавана гулял, и там было какое-то дерево, там деревья разные есть, тонкие, толстые, и там даже когда тоненькое деревце, оно на какое-то мгновение секунды заслоняло преданного от Кришны, он начинал просто проклинать Творца вообще. Он говорит, Кришна, Кришна, Кришна. Он начинал, Кришна, как так? Ну почему дерево закрыло от меня Кришну? Ну как так вообще? Ну, он был готов уничтожить это дерево просто, испепелить его, чтобы только оно не мешало ему смотреть на Кришну. И когда Кришна уходит дальше в лес, как мы знаем то, что Кришна он ходит по лесу Вриндавана, лес Вриндавана он настолько прекрасный, что он живой, это живой организм, и Кришна не может оторваться от него. И когда Кришна смотрит какое-то деревце, он буквально как зачарованный идет к нему там, Кадамба, 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 вот так вот просто. Оно такое красивое, оно притягивает его своей любовью, потому что там все живое. И Кришна идет туда, и в этот момент мальчики-пастушки не понимают то, что Кришна зашел слишком далеко. И для них это хуже смерти. Они начинают бежать к Кришне. Они кричат, ахам пурвам, Кришна, первый тебя коснусь, первый коснусь. Иди сам спришь, лябхире. И они, в конце концов, они Кришну догоняют, и сам спришь, они не просто касаются его, они обнимают его. И представьте себе, тысячи, миллионы мальчиков-пастушков, одновременно они кричат, они хотят первый. И Кришна понимает то, что если кто-то из них первым коснется, другим будет обидно. И поэтому он устраивает с помощью своей йога-майи, что они все одновременно Кришну касаются. Не просто касаются, а обнимают его. И давайте себе представим, например, Ананда Гопал Прабху, да, вот, он стоит, и на него просто целая команда вообще, вот, ребят, брамачари, счастливые брамачари, видят, вау, побежали на него, и там куча мала такая, все хотят обнять его, да, и что там будет вообще? Ну, Кришна, он так устраивает, что его все обнимают, и все чувствуют, испытывают огромное счастье. Каждый из них, он уверен в том, что он первым Кришной коснулся. Вот так вот йога-майя действует.
Итак, это то чувство, которое испытывают жители Вриндавана по отношению к Кришне. Они очень любят его, они вне себя от счастья. Да? И почему? Потому что Кришна проявляется, проявляется в их сердцах. Мы говорили о том, что когда преданный занимается практикой чистого преданного служения, то он буквально кришнизируется. Он становится ходячим, ходячим Кришной. То есть он, хотя мы говорим, это не философия Майявады, но Кришна полностью проявляется в его теле, в его чувствах, в его сознании, в его жизни. Да? И, соответственно, здесь говорится «Сарвешам локапала нам», что он был... Кришна, он является предводителем всех полубогов. И там, где есть Верховный Господь, туда же проявляются и все остальные полубоги. И в следующем стихе будет очень интересно сказано. Там будет очень интересно сказано. Смотрите, это мы читаем сегодня 54 стих, в 55 стихе. И вот самое интересное, что в разных версиях Шримад-Бхагаватам вот эти стихи, они по-другому разбиты. Смотрите, там вот у нас получается, что Шиши Джиганатха Бладева Супадра Майки Шиши Гор Нитайки Гор Приманази. Смотрите, у нас здесь получается Сарвешам Локапаланам Датхарай как Притхур Гунан, и в разных версиях Бхагавата там по-разному разбивается. Вот это вторая строчка этого стиха и первая строчка следующего стиха. Гопитхая Джигат Сриштер Калес Свет Чутат Маках. Да? Гопитхая для защиты Джигат Сриштер Верховного Дворца Кале Калес Свет Све Ачута Атмаках, находясь в сознании Кришны. Ачута Атмака. Атма значит душа, то есть практически его атма, его душа, она слилась практически, то есть это слияние сердец с Ачутой. Верховный Господь полностью проявлялся в его сердце. И поскольку Кришна проявлялся в его сердце, туда же приходили и все остальные полубоги. Это главный момент, то, что преданный, благодаря своей практике чистого преданного служения, он привлекает Кришну в свою жизнь. И где Кришна, туда и преданные идут. И полубоги — это тоже преданные Господа, они там же проявляются. И поэтому говорится, «Трайо гешвара кришноя тха партхо тханур тхарах, татрашшири виджая тхутир, дривану тир, друвану тир, матир мама». Кришна говорит, что где бы ни был Кришна, великий, великий, где бы ни был Арджуна, там всегда будет нравственность, победа, процветание. Таково мое мнение. Понимаете? То есть, когда Кришна проявляется в жизни человека, в жизни преданного, он становится буквально заряженным сознанием Кришны. Он вокруг себя как поле такое, он просто все вокруг распространяет это влияние Господа. И Кришна, когда кто-то с ним соприкасается, эти люди, они тоже, они обретают огромное могущество. Он их тоже уполномачивает, он передает им вот эту потенцию. Как мы говорили, что кусок железа, который раскалился, да, и мы коснемся его, мы обожгемся. Подобно этому. И Придху Махараш был таким заряженным вообще, заряженным сознанием Кришны. И он всех остальных людей тоже вовлекал в чистое преданное служение. В этом главная обязанность царя, то, что он должен помогать другим живым существам заниматься практикой чистого преданного служения. И он делал это благодаря тому, что в нем проявлялся Верховный Господь. Итак, это очень важный принцип, который мы хотим понять. И когда мы читаем все вот эти вот истории, Шрипад он говорит «Ачам дравамши, сури вамши», то, что все эти великие личности – это необычные люди. Есть такое понятие, как Чандравамша и Сурьявамша. Это есть лунная династия и солнечная династия. Но все эти династии, они относятся к одной общей династии, которая называется Харивамша. Харивамша или же династия Господа Хари. И в Шримад-Бхагаватам вот это вот Харивамша, как... Я хочу почитать еще один стих из... Третья песня Шримад-Бхагаватам, это третья песня, 21 глава, беседа Кардама Муни и Свамхуаману. Здесь в самом первом стихе этой главы Видура он говорит «Саимхувасича манор вамшах парама самматаха катьятам бхагаван ятра майтхуне нантире праджаха». Видуру сказал, род Свамхуаману пользовался наибольшим уважением, удостоверяем мудрец. Прошу, расскажи мне о его потомках, которые размножались, вступая друг с другом в половые отношения. И смотрите, как интересно, здесь говорится про вамша или династия, Хари Вамша, да, Парамасамматам. Парамасамматах значит высшей степени почитаемые. И очень интересно, что вот эта вот династия, это самое-самое начало, это Падмакалпа. То есть, когда мы рассказываем историю о том, как появился Господь Брахма, потом у него появились дети, потом появился Свамхуаману, который был изначальным Праджапати, от которого произошли все живые существа, и он является основателем вот этой Вамши или Хари Вамши. Да. Затем мы понимаем то, что в этой Вамше рождаются великие личности. И Шриман Бхагаватам, он описывает всех этих великих личностей, которые можно разделить на две династии. Это Сурья Вамша
Вамша. И Чандра Вамша, Чандра Вамша, это, или ее еще называют Сома Вамша. Да? И в Сури Вамши родился, и основателем этой Сури Вамши является Махараджа Икшваку. И мы знаем то, что в этой Вамше родился Господь Рамачандра. Но в Чандра Вамше родился сам Верховный Господь Кришна. И там, помимо того, что воплощение Бога являлись, там есть огромнейшее количество великих преданных Господа. И Бритху Махарадж только один из этих вот Вамш. И поэтому Шримад Бхагаватам мы знаем то, что в нем есть 10 тем. Да. Атхо сарго висаргашча станам пошнам уттаях манвантаре шанукатхови ниродха муктим ашраях. Это 10 тем Шримад Бхагаватам. Это сарга – первичное творение, висарга – вторичное творение, станам – это вселенский закон, который действует, это расположение планетных систем, это космология, пошнам – Пошанам Татануграхат – это особая милость Господа, которую Он совершает по отношению к Своим чистым преданным. То, что есть какие-то законы, но Кришна Он готов нарушить эти законы ради того, чтобы защитить Своих чистых преданных. И Пошанам Уттаяха – импульс действию, что помогает нам встать на путь чистого преданного служения, что наоборот уводит нас с пути чистого преданного служения. Все эти проблемы, трудности, они описаны Шримад Бхагаватам. Это совершеннейшая психология. Уттаяхах, Манвантара, Шанукатха, Манвантара. Манвантара – это династия Ману, и деяния Ману и великих мудрецов, великих царей. Их еще называют в другом месте Шримад Бхагаватам Вамша Анучарита. То есть о том, как эти все великие преданные, они поступали, как они управляли все вселенной, как они показывали совершенный пример. И Манвантара и Шанукатха – это деяния разных аватаров Господа, которые также проявлялись, как обычные люди вроде бы. У них были родители, дети, да, и так далее. Но они являлись, это необычные живые существа, это сам Верховный Господь, который приходил в династии всех этих великих царей. Как мы знаем то, что Капила Муни, да, Капила Дев, Господь Капила Дев явился у Кардама Муни и Двахути. И это все вот очень важно, потому что это необычные личности. Кто хотел бы, чтобы у него родился сам Верховный Господь? Что еще лучше может быть? И поэтому это возможно. Например, Пая Врата, которая описывается как Дити, когда она совершала, когда она хотела, чтобы у нее явился Господь Вамана Дева и так далее. Есть разные враты, которые могут привлечь эту особую милость Верховного Господа, которые могут помочь Господу проявиться в нашей жизни, в нашем преданном служении. И это все вам еще нучарит, это все деяния этих великих преданных. И когда Шукадева Госвами, он описывает более подробно, что значит и Ниродха Муктир Ашраях, и дальше Ниродха – это уничтожение Вселенной, Мукти – это освобождение, и Ашрая – это Верховный Господь. И смысл всех этих вещей – Дашимаси Вишутта Артха Наванам и Халакшанам. Дальше Шукадева Госвами говорит, что смысл всех этих 10 тем Шримад Бхагаватам – это понять Верховного Господа. Понять то, что Кришна присутствует во всех этих событиях, которые есть. Все это, все эти темы, сарга, это Кришна творит ее. Висарга тоже Кришна вдохновляет Господа Браму. Тени Брама Хридаяди Кавайя, он дает ему трансцендентное знание, дает ему шакти, чтобы творить всю Вселенную. Стханом Верховный Господь стоит за всем этим вселенским законом. Он управляет, он гарант кармы, он гарант того, что Вселенная будет взаимодействовать совершенным образом. На пошлом он лично заботится о своих чистых преданных и так далее. Манвантара – это Верховный Господь, он вдохновляет, он дает силу своим ману и другим великим царям, чтобы они правили всей вселенной, чтобы они устанавливали законы религии. И когда он объясняет это, он говорит «Манвантара нисад дхарма». Манвантара нисад дхарма. Смысл того, когда мы читаем о деяниях вот этих всех великих царей, это саддхарма. Это понимание того, что они устанавливали принципы саддхармы, чистого преданного служения. И высшая дхарма, мы знаем то, что высшее служение, которое полностью может удовлетворить нашу душу. Сам паро дхармо, я то бхактира тхокшиджи, ахайтуке пратихата, яятма супрасидати. Высшая дхарма, высшее занятие для всех живых существ, это то, которое приводит нас к чистому преданному служению Верховному Господу. И такое служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Только оно способно полностью удовлетворить нашу душу. Итак, это цари, великие личности, которые своим примером, своим могуществом, благодаря тому, что они занимались сами чистым преданным служением, в них все полубоги проявлялись, и никто не мог им противодействовать. Они все препятствия сметали со своего пути. И благодаря этому чистое преданное служение, оно устанавливалось во всей Вселенной. Все живые существа практиковали чистое преданное служение. И возникает вопрос, а как это актуально для нас сейчас, для тех людей, которые живут сейчас в Кали-Югу? И мы можем тоже видеть, что столько много препятствий, проблем, трудностей есть на нашей практике.
Мы хотим, чтобы у нас было все хорошо, чтобы все было гладко. Но Кришна устраивает так, что начинаются проблемы, трудности. И как нам это все преодолеть? И мы знаем то, что... И вот эти все истории, Манвантаришу, Манвантарани, Садхарма, вот эта медитация на всех этих личностей, когда мы просто помним о могуществе, просто Притху Махарадж, представьте себе, вы помните его силе, его могуществе, и благодаря этому, как Бхагаватам говорится, «Яшам самасмаранат помсам саддёшу тянь тивая грехах, ким пунар даршина спраша паташорча санаде пхих». Просто помня о таких великих личностях, просто когда вы помните о Притху Махарадже, о его качествах, саддёшу тянь тивая грехах, грехах. Наши сердца очищаются, наши дома очищаются. Мы обретаем эту огромнейшую силу, могущество, чтобы самим практиковать чистое преданное служение. И Шримад Бхагаватам, он говорит о том, что Шутаси Бамсам, это третья песня, 13 глава, 4 стих, Шутаси Бамсам Шучирар Шамасия, Ян Анджаса Шутипхих Иджитар Тат, Таттат Гунану Шарванам Мукунда Падара Виндам Хритая Шишам. Человек, который хочет серьезно заниматься практикой садхана бхакти, серьезно заниматься практикой чистого преданного служения, он должен как садхану буквально слушать о качествах и деяниях таких чистых преданных. Таттат Гунану Шраванам Мукунда Падара Виндам. Те, кто приняли в свое сердце лотосные стопы Верховного Господа, они полностью зависели от Него. И когда мы будем слушать о таких великих преданных, мы получим эту силу, эту шакти, чтобы мы тоже могли преодолевать любые препятствия обоснованной жизни. Кришна говорит, Мадчитах Сарва Дургани Мадпрасада Таришаси. Просто помни обо мне, ты сможешь преодолеть любые препятствия обоснованной жизни. И сейчас вот это время, мы знаем то, что это необычное время. И здесь я знаю то, что здесь тоже в храме есть проблемы, есть трудности. Может быть, многие преданные, они какой-то страх испытывают. А как быть? А как дальше будет? А как так? А почему? Почему Кришна, Верховный Господь, позволяет произойти всем этим проблемам, всем этим трудностям? Но мы должны верить. Здесь мы видим о том, что Притху Махарадж показывал пример этой непоколебимой веры Верховного Господа. Вера в то, что Кришна знает, что делает, что Он защитит, что Он всегда желает добра своим чистым преданным. И можно увидеть о том, что в играх Кришны там все нелинейно. Мы хотим не просто попасть куда-то, в какое-то место, где, знаете, где Вайкунтха, где все хорошо, все нормально, где все там по расписанию, где все размерено, где всегда есть еда, где всегда есть все возможности для счастья, для Лакшми Деви сама готовит там, приносит нам все, что необходимо, никогда нет ни в чем недостатка. Это Вайкунтха, но Голока Вриндавана – это совсем другое место. На Голоке Вриндавана происходят нелинейные вещи, полностью противоположные вещи. Как я помню, однажды Мадхавананда Прабху, это мы были в Джаганнатхапуре, и, мы пришли в храм Господа Джаганнатхи, и там тоже в храме Господа Джаганнатхи, мы должны понимать, что за всем, что происходит, стоит не просто кто-то, а сам Господь Джаганнатха, Господь всей Вселенной. Если Он Господь Вселенной, почему Он не дает нам то, что мы хотим от Него? Почему? Понимаете? Почему Господь Джаганнатха не пускает нас себе на даршин? Почему мы вообще преданные же вроде бы, и радхаятры проводим, и столько служений совершаем, и мантру повторяем, и не просто какие-то там вот рикшавалы в Джаганнатхапуре или кто-то еще, а нас в храм не пускают. Почему? Где это вообще? И однажды там какой-то панду подошел к... Там знакомый панду, панду это священники Господа Джаганнатхи, подошел к Мадхавананде Прабху и говорит, «Мадхавананда, ты такой хороший человек, ты так вообще прославляешь Господа Джаганнатху, но тебе не повезло вообще, ты родился не в том теле». Понимаете? И поэтому я хочу помолиться, благословить тебя, чтобы в следующей жизни ты стал пандой, и ты мог заходить в храм Господа Джаганнатхи и получать его даршин. Я панду или не панду вообще? Моя сила, сейчас как... Благословлю тебя, все будет хорошо. И Мадхавананда Прабху так интересно посмотрел на него загадочно. Он спросил, а как ты думаешь вообще? А кто больше милости получил? Жители Двараки или Бриджабаси? И тот так почесал голову, говорит, Бриджабаси же, они же, Кришна же их больше любит, да? Гокуле Бриджаманам, то есть он Гокуле во Вриндаване, он в наибольшей степени сияет, проявляет себя в наибольшей степени. Вот. И тогда Мадхавананда Прабху говорит, смотри теперь, что Кришна сделал. Жители Двараки каждый божий день получали даршин Господа Кришны. Он с ними рядышком был, постоянно находился. И что сделал Кришна с жителями Вриндавана? Он их бросил, кинул вообще, уехал оттуда и не вернулся. Разбил их сердца. И кто больше милости получил? И тот так задумался, что-то непонятно вообще. Он подобно этому. Кришна, ты вообще панда. Ты каждый божий день получаешь даршин Господа Джаганнатхи. А мы не можем получить даршин. И кому более милостив Господь Джаганнатха? Патита Павана,
Патита Павана Джаганатха, спаситель самых падших. Мы знаем то, что хотя мы не можем получить даршан, но наше само желание, когда мы очень сильно хотим обрести его милость, само это желание в тысячи миллионов раз усиливает нашу любовь. Понимаете? Подобно этому здесь. Все эти события, все эти проблемы, трудности, которые только есть, мы должны видеть, за всем этим стоит Господь Джаганатха. Это необычная ситуация. И сейчас мы живем в необычное время. Это Катьяяни Врата. Я, может быть, пару слов скажу про это. Катьяяни — это необычно. Представьте себе, Кришна, когда он родился, и он был маленьким мальчиком прекрасным. Потом он, когда он вырос немножко, и маленькие девочки, гопи, пастушки, как описывают, что те девушки, которые совершали Катьяяни Врату, это были необычные гопи, это были не те ситха-гопи, которые пришли из духовного мира. Это не садхана-ситхи, это вечно освобожденные, совершенно живые существа. И весь пример того, что они делали, это пример для всех нас. Это просто пример того, насколько нужно быть серьезным в нашем преданном служении. И все они, каждая из них, она хотела, чтобы Кришна стал их мужем. И все жители Вриндавана хотели, чтобы Кришна женился на гопи. Более того, они хотели, чтобы Кришна женился на Шимати Адхарани. Все этого хотели. Но было одно «но». Знаете, Вриндаван — это нелинейное место. Всегда есть какие-то проблемы и трудности. И Васудева был кшатрием. И так как он был кшатрием, он считал, что я отец Кришны, а не Яшода и Нанда Махарадж. Я и Деваки. И поэтому считал, что Кришна родился в семье кшатриев. Мы читали здесь то, что есть Сурья Вамши и Чандра Вамши. Кришна родился в Чандра Вамши. Это династия от Господа, от Бога Луны. Да. Поэтому это династия кшатриев. Он считал, что Кришна кшатри. И почему Кришна приходит в династию кшатриев? Потому что именно кшатри обладают этим могуществом. Кришна говорит: «Паритринная сатхунам винашича душкритам». Он приходит для того, чтобы помочь праведникам и уничтожить злодеев, и браманы обычно насилие не принимают. Поэтому Бог, чтобы мог принять насилие уничтожать демонов, он должен быть кшатрием, по определению, понимаете? Поэтому нуждается в династии кшатриев. И Васудева полностью был уверен в том, что Кришна, он кшатрий, и поэтому, если какой-то пастух там только вздумает вообще просто выдать свою дочку за него, это будет расабхаса вообще-то, что-то непонятное. Какие-то там вайши, и Кришна кшатрий, не просто кшатрий, кшатрий благороднейшего рода вообще, чандравамши. И поэтому он написал письмо жителям Вриндавана, тайное письмо. Там было написано: если кто-то посмеет выдать свою дочку за Кришну, я его проклинаю. Он очень вежливо написал это. Но там была сила. Каждое слово имеет огромное всемогущество. Это Васудева, не просто кто-то. И жители Вриндавана очень сильно этого боялись. И поэтому они хотели, но не получается. И все гопи, они мечтали об этом, их родители мечтали, Кришна мечтал, а нельзя. Васудева необычная личность, понимаете? И мама Яшода, она пыталась и так выкрутиться как-то, как мы знаем, что однажды она, когда маленькая Ратвика прибежала к ней, и она взяла ручки Ратвики, она помазала их куркумой. И когда вот мать, она вот, как бы, когда женщина мажет ручки куркумой, значит, она дает знак, то, что она хочет, чтобы она стала как-то невесткой своего сына, да. И потом Ратика, она маленькая, посмотрела на свои ручки руками там, и как-то быть, что-то так застеснялась, она подбежала к озеру, да, и в этом озере помыла ручки свои, оно стало желтым. И потом Кришна видел что-то странное вообще, желтое озеро. В этом озере совершило мовение, и вот эта према Радхи просто, она... Это была как бы тайная свадьба. Это была свадьба, которая как бы так вот, они тонко, там они все делают очень тонким образом, понимаете? Там не прямо, потому что прямо нельзя. Вриндаван — это все нелинейно, мы не видим, как это все работает. И то же самое, эти девушки, они молились о том, чтобы Кришна хотел стать их мужем, но препятствия не получается. Они молились всему, кому только можно. Всем полубогам, всем деватам, всем великим мудрецам, всем святым просто. Всему, кому только можно вообще. Денежку отдавали, и ничего не работало. И в конце концов, как описывают, что в один из дней йога Майя, она вдохновила всех их прийти на берег Ямуны. Они пришли туда, и каждый из них, она думала, что сейчас нужно какую-то особую ягью совершить. Да, как раз закончилась картика, и начался месяц Мака, Мага Ширша. Кришна говорит: «Маасанам Марга Ширша Сми», то, что среди всех месяцев я Марга Ширша. Это то время, когда гопи совершали Катьяяни Врата. Если посмотреть, в этом месяце нет ни одного праздника Хари Бхакти Виласи, правда? Праздников нету. Но Кришне этот месяц очень больше нравится. Более того, он говорит, что я этот месяц, потому что именно в этот месяц гопи не совершали Катьяяни Врату. Они пришли туда, и каждый из них, она думала, что я одна. Но вдруг они увидели то, что все они пришли. 16 100 гопи собрались там.
И каждый из них, она удивилась, а, и ты тоже здесь? А ты здесь чего вообще? И вдруг они начали друг дружкой делиться, и оказалось то, что все они, каждый из них, она хотела совершать какую-то особую ягью, особую врату, чтобы Кришна стал их мужем. И как только они узнали об этом, они начали смеяться. А, все понятно, все хорошо. Представляете? Все одновременно, их вдохновила Йогамая, одновременно в одно и то же место, в одно и то же время прийти. И затем они думали, что же делать, какую-то врату надо. И тут в этот момент появляется женщина Тапасвини. К палачам пописывает, это пришла женщина в одеждах саньяси, огромная джата, значит, такой, знаете, как пучок волос на голове, с огромной джатой пришла туда и говорит, да. И они склонились перед ней, понимали то, что, похоже, Кришна послал нам кого-то, кто может нам помочь. И эта женщина спросила, ты кто такая? Она спросила, что я Вринда Деви. И тут они поняли то, что Кришна милостив. Они спросили, Вриндочка, пожалуйста, как нам быть, мы хотим, чтобы Кришна стал нашим мужем. И тогда она сказала, поклоняйтесь богине Катьяяне. И богиня Катьяяне, это не просто обычная. Обычно мы понимаем то, что это богиня Дурга. На самом деле, один из комментаторов Шримад Бхагаватам, это Шринат Чакраварти, в своем комментарии читания Мата Маджуши говорит, что на самом деле Катьяяне – это проявление Шримати Радхарани. Чаева есть Бхаванани Бипхарти Дурга. Да, то, что обычно Дурга Деви – это тень изначальной духовной энергии. Все, и практически все комментаторы не сводятся к тому, что они поклонялись Йогамайе. Высшее проявление Йогамайя – это Шримати Радхарани. И так, когда они собрались все вместе, и что они сделали? Они сделали из глины, из земли, из песка вот это божество, божество богини Катьяяне, начали предлагать им дары. И самое интересное, что они вместе поклонялись. И вот это очень важный момент, потому что наше движение – это движение санкиртаны. Да? Это не просто индивидуальный баджан, это совместное служение. И в групповой молитве есть огромнейшая сила. Когда произошли полубои, в восьмой песне Бхагаватам рассказывается о том, как когда демоны не напали на полубогов, там одним словом, там, во время пахтания Молочного океана, и полубоги не знали, что делать, они обратились к Господу Брахме, Господь, пожалуйста, иди на берег Молочного океана, помолись Кришне, чтобы он как-то проявился. И он пошел туда, он попросил, чтобы все они тоже с ним пошли. Возникает вопрос, почему, если он глашатаем полубогов, зачем им всем идти? Он сказал, что пойдемте вместе, потому что в групповой молитве есть гораздо большая сила. Это движение санкиртаны, то, что может полностью повернуть вспять все законы этого материального мира. Это огромнейшие шахти в этой групповой молитве. И так подобно этому гопи, они собрались все вместе, они совершали эту аскезу, они холодные, в ледяной воде вообще, они маленькие девочки, это не какие-то там, знаете, моржи современные, маленькие девочки. Вата-доша там, если тебе холодно, и на улице очень холодно, вода ледяная просто. Они в этой ледяной воде, они повторяли мантры, они молились. Катьяяне Махамайя, Махайогини Натхишвари, Катьяяне Махамайя, ты Махамайя, ты внутренняя энергия Господа, Махайогини. Махайогини, Санатана с вами говорит, что ты так, кто способна убрать любые препятствия с нашего пути. Мы хотим, чтобы Кришна стал нашим мужем. И не получается. Пожалуйста, помоги нам. И Адхишвари, ты верховный среди всех полубогов. Как мы знаем то, что Прихат Гаутами Тантри, Шримати Радхарани тоже представляют. Деви Кришна Маи Прокта Радхика Парадайвата. То, что она Кришна Маи, она не отлична Верховного Господа. И Катьяяне, значит, Кати-Кати Айна Ясиса. Та, чьи лица, чьи проявления, они повсюду. Кати-кати, значит, и здесь, везде. Она всепроникающая. Подобно тому, как Кришна всепроникающая. Вишну, значит, всепроникающая. Подобно этому Шримати Радхарани, она тоже всепроникающая. Поэтому Катьяяне – это необычная личность. И вот они ей поклонялись. Да? И Махайогини Адхишвари, ты высшая Парадайвата, Шримати Радхарани – это высшая богиня среди всех. Сам Кришна подчиняется ее желаниям. Поэтому они поклонялись Шримати Радхарани. И как только они начали свое поклонение, первым знаком, который то, что они на правильном пути, было то, что это божество, оно засияло. Такое сияние начало. И они поняли то, что Кришна, все будет хорошо. Они начали уже привкушать то, что Кришна, он каждую из них возьмет за руку, он посадит ее на слона там или на коня, и они вместе будут, все будут прославлять, муж и жена, там все это, вот такая-то гопи и Кришна, они теперь муж и жена, виваха яги, брахманы будут читать мантры, они уже привкушали это, потому что они понимали то, что Вринда Деви, это необычная личность, она предсказала то, что если вы будете совершать эту ягью, эту врату, Кришна обязательно станет вашим мужем.
Но они не понимали, как это будет. И мы знаем то, что Кришна, он украл их одежды, и там все это вот истории, не будем рассказывать, да. Но так или иначе, это была тайна, потому что девушка, она обнаженная, может быть только перед своим мужем. Поэтому это было, на самом деле это была настоящая свадьба. Все остальное было потом. Да. И так это та врата, которую они совершали, это Катьяни врат, это необычное время. И подобно этому есть препятствия, и они эти препятствия сумели преодолеть. Подобно этому и у нас тоже могут быть какие-то препятствия на нашем духовном пути. Но если мы будем заниматься этой вратой, и наша врата может быть не такая, как то, что называем в ледяной воде там купаться там и еще что-то. Наша врата это другая. Шрипада говорит, что невозможно встретиться с Кришной лицом к лицу, если вы будете просто искать его в зарослях Вриндавана, это Сахаджи. Но каждый может встретиться с Кришной, если он будет следовать наставлениям своего духовного учителя. Лицом к лицу. Следует наставление духовного учителя. И Шрипада, он дал нам эту садану, на эту практику чистого преданного служения, повторение святого имени Верховного Господа, на Санкиртана Яги. И когда мы занимаемся Санкиртана Яги, Санкиртана подразумевает совместное преданное служение, совместная молитва. И Кришна говорит об этом в это цитируется в Бхакти Сандарпе. «Ганти мама намани, руданти мама самведо, таша махам парикрито, нанни крито джанардана». Когда преданные, они собираются, первое значение санкиртаны, то, что вместе, совместная молитва, но не просто формальная молитва. Когда мы повторяем святые имена Господа вместе, и руданти мама, руданти, ганти мама самведо, руданти мама, ганти мама намани, руданти мама самведо, мы плачем просто в полной беспомощности. Таша махам парикрито, нанни крито джанардана. Так можно полностью покорить Верховного Господа, полностью купить его, буквально, купить его сердце. Кришна войдет в наше сердце, в нашу жизнь, он решит все наши проблемы. И я хотел прочитать один удивительный стих, вот. Поэтому это должно быть не просто санкиртана, а прямо санкиртана, прямо нама санкиртана. Санкиртана в плаче просто, буквально полный плач, вообще полное отчаяние, полная беспомощность перед Верховным Господом. И тогда Кришна решит любые наши проблемы. И хотя это Кали-юга на дворе, хотя все плохо, хотя есть начальники, которые мешают нам, какие-то цари, но если мы будем служить Верховному Господу, то все качества полубогов, они проявятся в этих царях, в этих начальниках, этих руководителей. И Кришна, без санкций Кришны даже травинка не шелохнется. Он все любые препятствия может преодолеть. И более того, если мы будем заниматься вот этой према-нама санкиртаной, то в нашу эпоху даже сейчас может проявиться Сати-юга. И мы знаем то, что это предтеча прихода Кали-юги, предтеча прихода Сати-юги. И в Брихаднаради Пуране приводится удивительный стих. «Калау крита югастася, кали стася крита юге, ясся четаси говинда, хридае ясся на чутах». «Калау крита югастася». В Кали-юге будет крита-юга, Сати-юга. И наоборот, Кали будет в Сати-юге. Ясти четаси говинда, если в нашем сердце говинда, и хрядям ясти на чита. И как только мы помним о Верховном Господе, когда наше сердце наполняется говиндой, когда мы помним о Кришне, как мы говорили о том, что здесь он говорится «Ачюта Атмака», то что Придху Махараджа был «Ачюта Атмака», благодаря его искренней практике чистого преданного служения Кришне вошел в его сердце. И благодаря этому через него проявились все остальные полубоги, огромнейшее могущество, все препятствия, преданному служению были просто сметены. Подобно этому, если в нашем сердце Верховный Господь, то любые препятствия просто уйдут. И хридаем хридае если на чута, что если Кришна, как мы забудем о Кришне, будем читать, как в еще один стих, прошу прощения, но вот это важный стих еще в Бхагаватам, да, где рассказывается о том, как Кали, когда Кали рубил ноги быку, и он рубил эти ноги, думал, и в этот момент появился Махараджа Парикшит, совершенно царь, он готов был убить его, и представьте себе эту картину, этот бык стоит, у него ноги подрублены, одна нога только осталась, правдивость, да, и все три остальные ноги столпа религии были разрушены, и Притху Махарадж приезжает туда на своем коне, с мечом в руках, он готов убить просто, он спрашивает, кто тебя калечит, и рядом стоит Кали с окровавленным мечом вообще, и первым делом было, он вообще, его давай, его там порубашь просто. Но тут бык говорит, а я не знаю кто, Кто-то говорит, это карма, кто-то говорит это. И в конце концов Махарадж Парикшит произносит удивительный стих, он говорит, дхарма бравиши, дхарма гья. Говорит, ты говоришь дхарму, дхарма си вриша руба дрик, потому что ты сам дхарма, который пришел в облике быка. И это дхарма критах станам сучика себе тадбавит. Человек, который обвиняет обидчика своего, сучика себе тадбавит, он разделяет то же самое преступление.
если мы видим, что есть кто-то, какой-то человек, который мешает нам, какой-то там руководитель, какой-то там еще кто-то, президент, там, кто бы то ни было, вредный начальник храма, президент храма, вредный муж, вредная жена, тем самым мы, обвиняя его, мы становимся соучастником преступления. Наше видение должно быть гораздо более широким, потому что есть вселенская гармония, и за всем этим стоит Верховный Господь. Если Кришна позволяет каким-то вещам произойти, значит, на то его добрая воля. Он хочет, подобно тому, как он ушел из Вриндавана, жителей Вриндавана, разбил их сердца, но тем самым довел их буквально до духовного безумия просто. И этот уровень Моданайка Махабхава, те чувства, которые испытывает Шимати Радхарани, это высший уровень любви, который он испытывает, когда Кришна уходит из Вриндавана. И так это нелинейные вещи. И можем видеть то, что есть какие-то проблемы в нашей жизни. Но вот эти проблемы должны привести только к одному. То, что мы совместно собираемся вместе, прямо нам и Санкиртана, да, потом мы тому, как гопини совершали вместе, хотя я не врата, мы вместе молимся, обращаясь к Верховному Господу. И тогда Кришна проявится. Он сметет просто все любые препятствия, которые только есть у нас на нашем духовном пути. И тогда Верховный Господь воцарится в наших сердцах, в наших домах. И как мы говорили, что когда Он проявится в нашем сердце, хотя бы в одном чувстве, это просто омбарк. Второе чувство – обморок. В конце концов, он проявится во всех наших чувствах. И выше этого нет ничего. Харе Кришна, спасибо вам огромное. Я очень прошу прощения, что я затянул лекцию опять. Если какие-то вопросы есть, подходите лично. Рантараш, Шри Бхагаватам ки джа, Шри Прабхупада ки джа, Самавита Бхакта Вринда ки джа, Гоура Премананди. Харе Кришна.